Всем добрый день. Сегодня у нас будет не распаковка, а битва, а именно петличные микрофоны. Сейчас посмотрим. Это первый микрофон, который у меня был изначально и которым я записывал звук. И второй микрофон, который появился немножко позже, когда появилась камера. Нормально, это вот второй петличный микрофон Боя BYW-M5. Ну а первый микрофон — это Aslyne AMIC-7. Отличие этих двух микрофонов. Ну, во-первых, здесь Боя — это беспроводной микрофон, но внутри находится такая же по типу петличка. То есть петличный микрофон. Единственное отличие — микрофон Aslyne — это у нас электретный тип микрофона, а вот Боя — это уже конденсатный. Ну и чтобы уравнять шансы... Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Давайте доставим петличку в том и другом случае. Итак, вот у нас два петличных микрофона. В первом случае здесь Г-образный штекер, имеется в виду у микрофона Боя. Ну а у микрофона Aslyne у нас прямой штекер. Причем как у Боя, так и у Aslyne у нас трехпиновый штекер. Поэтому, чтобы подключить их к смартфону, и мы будем проверять на смартфонах, нам нужен переходник. Для этого подключаем переходник к микрофонному коду, а здесь выход уже на наушники. Так вот обозначается. И здесь у нас уже 4-пиновый идет штекер. Или иначе еще TRRS. 3-пиновый — это TRS. Вот так вот будет он включать. И отличие у нас. Ну, здесь достаточно большое. Вон какой. По сравнению. Сейчас мы снимем ветрозащиту. Вот здесь вон какой микрофон большой. Прищепку уже не будем сравнивать. Здесь более профессиональная, здесь пластиковая. Отличается по диаметру микрофона. Ну и давайте сейчас подключим систему и будем проверять, как ведут себя два этих петличных микрофона. Ну и заодно сравните, стоит ли переплачивать там 7-10 раз цену Боя или достаточно приобрести микрофон за 200 рублей. Итак, приступаем к проверке микрофона петличного Боя с микрофоном петличным Aslyne AMIC-7. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя во внешнем программном обеспечении камера без фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона Боя петличного. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона петличного Боя во внешнем программном обеспечении камера с фильтрами в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя во внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя на внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Aslyne на внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Aslyne. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Aslyne на внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Aslyne.
Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline на внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline на внутреннем программном обеспечении камера применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя на внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров программного обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя на внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров программного обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона петличного боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя на внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя на внутреннем программном обеспечении камера применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона петличного Asline на внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline применением фильтров в программном обеспечении камера. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline на внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона Asline на внутреннем программном обеспечении камера применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона петличного Asline. Итак, я вам продемонстрировал возможности двух петличных микрофонов. Это петличный микрофон Boya от системы беспроводной Boya BY-W-M5, хотя данный петличный микрофон продается и отдельно. И второй тип – это непосредственно микрофон Asline, который продается в розничных магазинах. Вы услышали разницу, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.